Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Переход израильтян через Черное море. «И сказал Господь Моисею: простри руку свою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, пошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. И сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.